Сегодня немного об интерьерном стиле шеби-шик. Шеби-шик от английского «поношенный, потертый». Этот стиль интерьера появился в 80-х годах прошлого века. Автор стиля является Рэйчел Эшвилл. Основными его чертами являются винтаж, бело-розовые цвета, кружево. Само название шеби указывает на консервативную интенцию стиля. Это роднит его с японским аналогом баби-саби. В интерьере в основном это достигается за счет использования комода, паркета и патины. Обилие декоративных элементов роднит этот стиль с барокко. Суть стиля состоит в том, что мебель, предметы интерьера искусственно состарены, то есть иначе шеби-шик – потертый шик. Предметы могут быть как старинные, так и новые, выкрашенные преимущественно светлые пастельные тона и местами затертые снежными розочками или птичками, или вовсе без рисунков. Много нежного текстиля, салфетки, подушки, покрывала, чехлы на стулья. Здесь стоит забыть о геометрических фигурах, допустима только классика жанра – тонкие полоски или клетка. Изначально этот стиль относился к декорированию загородных домов в деревенском стиле в Англии. Здесь все очень просто. Англичане покупали дома уже с мебелью, порой очень старые, перекрашивали не один раз. Краска трескалась, и их снова красили. Подушки и покрывала шились из пожелтевшего добротного дамаска в цветочный рисунок. Порой их хранили как семейную реликвию. Пол лучше деревянный и состаренного паркета. Вы уже понимаете, что с имитацией старого паркета или плитки. Предметы интерьера в стиле шеби-шик также антикварные. Старинные часы, бронзовые, выцветшие картины в старинных рамках, граммофоны, вазы, канделябры, телефон под старину, ржавый утюг на углях, но всегда оживляют интерьер живые цветы, хотя они тоже стоят в состаренных горшках или деревянных ящиках. Thank you.
Если вам понравился этот стиль, то стоит помнить, что в основе его лежит грандиозно состаренные вещи. Сейчас с этим проще. Есть специализированные магазины, где можно приобрести множество деталей интерьера и мебели для этого стиля. Или, если у вас появился интерес к этому стилю, очень много мастер-классов, которые научат вас сделать это все своими руками. Итак, стоит запомнить, что шеби-шик в интерьере – это сочетание двух несочетаемых понятий – красоты и обшарпанности. Стиль не боится показать дефектов в результате безжалостности времени по отношению к предметам, а наоборот демонстрирует это открыто. Но не стоит путать интерьер в этом стиле с домом старьевщика. Стиль использует традиционные качественные вещи из натуральных материалов, а старина таких предметов только увеличивает их в цене. Понятно, разумеется, что дизайн в этом стиле можно назвать смелым. Такое решение интерьера подойдет не каждому, а вот людям с аристократическим началом, творцам, фотографам, художникам, возможно, подойдет. Я считаю, что одну из комнат на даче, например, вполне можно отдать этому стилю. Благодарю вас за внимание, и выбор, как всегда, только за вами.